Добром не кончится. Пегасу никогда не подняться. Сейчас разобьется. Скажите, пожалуйста, вы летите за зверями для зоопарка? Да. Вы капитан Селезнёв? Простите, я профессор Селезнёв. Профессор Селезнёв, все сходится. А я Алиса. Это совершенно не важно. Важно то, что вы летите мимо Альдебарана. Что случилось? Ничего, просто вы повезете тортик моему внуку Коле у мальчика день рождения. Где тортик? Здесь. Разумеется, он здесь. И это называется тортик? Ну, как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете? Я ничего не думаю, я никуда не полечу. Нет, вы полетите, капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны редкие звери. Подзарядка и старт на планету Блук. Вот, сегодня будем отдыхать. А я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля-планета Фикс. Я пойду с Алисой. Правильно, ее одну отпускать нельзя. Ну, мне уже 9 лет, ну что может со мной случиться на Луне в 22 веке? С тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке.
Перегнёт! Перегнёт! Старина! Ну это же надо! Сколько световых зим! Сколько световых лет! Ты что здесь делаешь? Мы летим за зверями, Громозека. За зверями? Это замечательно! Ну, как дочка? Уже говорит? Слишком много говорит. Она уже второй класс кончила. Что? Стареем, стареем. Так второй класс говоришь, а? Да. Это надо отметить. Официант, 400 капель валерьянки и салат. Ну, я же просил 400 капель. А тут 402. 400. У нас все точно. Нет, но ты слышал? Все со мной спорят. Меня никто не любит. Да что ты говоришь? Тебя все любят, Громозека. Да? А ты слышал о планете капитанов? Да, знакомое название. Да там будет музей имени двух капитанов. Они вдвоем одолели джунгли и вредики. Они уничтожили гнездо пирата Глота. Они такой... Да, 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 это я знаю. А ты знаешь, что капитаны встречали массу редких зверей? Ну, улавливаешь? Улавливаю, Громозека. Спасибо. А это далеко? Да, совсем рядом. Парсеков 100. Кстати, директором там доктор Верховцев. Мой большой друг. Он тебе покажет дневники капитана. Вот ты... Доктор Верховцев! Доктор... Ну почему он убежал, а? Ну почему? Это же надо. А еще друг. Может быть, ты обознался? Может быть. Вот что значит две лишние капли валерьянки. 3-1 в нашу пользу! Селезнёк! Это твоя малютка? Моя. Пустите девочку! Бандит несчастный! Хулиган! Ой, снимите зеленого! Это он меня спасал! И не подумаю! Будет знать, как кидаться на великих археологов! Привет! Безобразие! Ну, что у нас плохого? Мы летим на планету капитанов! Это хорошо не кончится. Осторожней! Астероиды очень опасны. Следуйте точно за мной. О, на этот раз обошлось. Добро пожаловать! Это же надо! Я про них в школе учила! Ты права, детка. Это капитаны Ким и Буран. На своем корабле «Синяя чайка» они облетели всю вселенную. Садитесь.
чем обязан? Мы ищем редких зверей, а капитаны были на многих планетах и... Хотите чаю? Нет, спасибо. Сначала мы хотим посмотреть дневники капитанов. Вам нужны дневники? Вы покажете дневники? Нет, у меня дневников. Может, нам уйти? Конечно. Приятно было познакомиться. А где сейчас капитаны? Я ничего не знаю. Я никуда не летаю. Говорит, что никуда не летает. Все это очень странно. Не люблю я этих тайн и загадок. А я очень люблю. Планета Блук. Начинаю спуск. Здесь меняют и продают самых удивительных животных. Прекратите сквозняк, а то ребенка простудите. У нас несчастье. Перебили всех говорунов. Это сделал он. Доктор Верховцев. Зачем директору музея убивать говорунов? Откуда мы знаем? Здравствуйте, профессор. Добрый день, штурман Басов. Вы тоже за зверями? Нет, мы летим на Альдебаран. Пап, смотри, кто там. Извините. Простите, в каком номере остановился доктор Верховцев? Восьмом. Спасибо. Человек ушел. Давно? Вчера. Странно все это. Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица? Нахал! Это я его продаю. Это тигр-крыс с планеты Пенелопа. Он питается дикими быками. Осторожней, пап, а вдруг он и профессорами питается? Правый хвост длиннее. Папа, здесь рыбы. Аквариум пустой. Все так думают. Папа, это же невидимые рыбы. Так не бывает. Бывает. Только не все верят. Возьми. Это шапка-невидимка. Спасибо. Thank you.
помогите! Ой. Простите, что это за животное? Это индикатор. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку. Нет, спасибо. Спасибо, не надо. Лучше вы нам его продайте. Он не хочет. А ты хочешь, чтобы нам тебя подарили? Хочет. Ну, тогда берите. Я только скорей, а то я передумал. Папа, там корова. Это Склис, он ничей. Возьмем Склиса. Я буду на нем в школу летать. Ну, если так хочешь, давай возьмем. Ну, что у нас плохого? У нас хорошее. Мы Склиса нашли. Она, то есть, а он в катер не влезет. Склис, домой. Это возмутительно. Если коровы станут летать, то мне в космосе делать нечего. Могу предложить фурбуру. Нет, благодарим вас. Нам бы такую птицу, которую никто не видел. Жаль, что всех говорунов перебили. Говорунов? Да. А что это были за птицы? Они могли говорить и летать меж звезд. Предложить говоруна. Это прекрасно, но почему шепотом? Потому что я боюсь. А что случилось? Однажды ко мне в дом залетел израненный, еле живой говорун. Я его выходил. А вчера пришел один человек с земли и просил продать говоруна. Я отказал ему. Человек рассердился и сказал, что нам с говоруном не жить. Ой, такая птица сидела на плече у капитана Кима. Если не боитесь, берите. Мы не боимся. Прощай, друг. Прощай, друг. Засада. Настоящая? К сожалению, да. Зеленый! Зеленый, слышишь меня? Зеленый! На помощь! На помощь! Слышу, но я разобрал катер. Штурман Басов! Вот тебе! Папа, держись! Алиса! Не отпускай его! Это роботы, управляемые аппаратом. Ну вот, я же предупреждал. Это здорово! Теперь можно будет подглядывать тетрадки к отличникам. Откуда ты взялась? А я... Откуда ты взялась? Ты полетишь кем? Да.
Будет трудно, Тим, пришлешь говоруна. Я приду на помощь. Спасибо, Буран. Это голоса отважных капитанов. Значит, это тот самый говорун. Держи курс на систему Медузы. Папа, мы должны полететь туда. Это капитан Ким послал говоруна за помощью. Опасно. Давайте лучше вызовем с земли патрульный корабль. Там кто-то есть. Простите, примите от меня подарок. Это алмазная черепашка. Какая красавица. Но нам нечего подарить вам взамен. Подарите мне этого попугая. Это исключено. Ладно. Тогда берите так. До свидания. Мы еще увидимся. Запомните, меня зовут Весельчак У. Ах, не нравится мне этот Весельчак. Держи курс на систему, систему Медузы, Медузы. Так, решено. Мы идем к системе Медузы. Ура! Ой, а как же быть с тортом для Коли? Я предупреждал. Ничего, торт отвезет штурман Басов. Он летит на Альдебаран. Получен сигнал СОС с планеты Шелезяка. Внимание, внимание. У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Придется помочь. Спасибо, что прилетели. Не дум. О. Спасибо. Смазка есть. А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится. Наверное, я последний. Они живы, но парализованы. Ну, как? Я так и знал. Как у тебя дела?
Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня. Здравствуй, целая птица. А откуда вы знаете говоруна? Однажды он прилетел к нам со сломанным крылом. Пришлось заменить его протезом. А недавно к нам прилетел человек. Он искал смелую птицу. Он был в шляпе? В шляпе. Все ясно. Это был Верховцев. Когда он узнал, что мы вылечили птицу, он страшно разозлился. А когда он улетел, у нас началась эпидемия. Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять. Гениально. Оставайтесь. Будете гениальным механиком планеты. Спасибо. У меня и так забот хватает. Ну, тогда я пошел смазку менять. Планета системы Медуза. Здесь нам делать нечего. Вторая планета системы Медуза. Идем на посадку. Теперь не нужно никого спасать. Капитан Ким! Подождите! Это были миражи. Ну вот, познакомьтесь с жителем этой планеты. Они умеют изображать то, что видели. Ищи на третьей планете. Птицы считать не умеют. А капитаны умеют? Умеют, и еще как. Ну тогда значит все правильно. Ну что ж, друзья, летим, летим к третьей планете. Подождите. Красиво. Жди беды. Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы. Только звери об этом не знают. Они неграмотные. Берегись! Вы что, в прятки играете? В прятки? Видишь, царь природы, это перо птицы Крок. От корабля не на шаг.
Ясно? Ясно, но у меня идея. Идея подождет. Алиса, назад! Отнесем это зеркало на Пегас. Ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видит. А сейчас эти пленочки испаряются одна за другой. Пап, смотри, верховцев! И весельчак с ним... Значит, они знакомы? Значит, они где-то здесь? Я предупреждал. Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил. Он видел капитана Кима. Капитан где-то здесь. Что сделал?
Глупая, зачем убегаешь? Ты же редкое животное. А ну-ка, дай мне ее. Чудо враждебной техники. Это она цветы погубила. Здесь, оказывается, микрофон есть. Значит, они все слышали. Давайте перелетим на зеркальную поляну. Там безопасней. Куда-то исчезли все зеркала. Это добром не кончится. Алиса! Я здесь! Я же предупреждал. Никогда себе не прощу. Не горюй, зеленый, выберемся. Попали. Как в чайник. Крышку, значит, открыли, нас пустили, а потом закрыли. Похоже. Синяя чайка! Не с места! Руки вверх! Где птица? Посмотри на Пегасе. Есть, шеф! Как вы смеете? Охота на говорунов строго воспрещена. Говорунов строго воспрещена. Заткни ему глотку. Ну... Если ты так просишь... Ты чего падаешь, ротозей? Я не упал, шеф. Меня уронили. Вот я тебя уронил, не встанешь. Я поищу говоруна. А ты изложи ему нашу точку зрения. Будь сделано. Слушай, капитан, мы схватили двух ротозеев. Так вот, не отдашь формулу, мы их сядем и чик-чик. Начинай. Остановись. Сначала я скажу несколько слов этим людям. Даю минуту. Я добрый. Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Бандиты пронюхали, что мне известно, формула абсолютного топлива. Мы не бандиты. Мы благородные пираты. Бандиты передали отсюда сигнал СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна. Кончилась твоя минута, Ким. Считаю до трех. Один, два. Ну как, молчит? Ха!
сейчас заговорит! Ты! Остановитесь, я выхожу. Не стреляйте! Не стреляйте! Вы окружены. Брось пистолет. А ну, самозванец, покажи свое настоящее лицо. Я буду жаловаться. Я директор музея. Он себя убил. Не верьте ему. Это глаз планеты Катрук. Он притворяется. Убейте его. Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата. Так ему и надо, предателю. Молчи, весельчак. Ты виноват не меньше. Даю слово. Клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду. Будет, я его знаю. Потом разберу их на запчасти. Аким, Буран, как ты нас нашел? Я был на Марсе, и вдруг прилетает мой друг Верховц. Да, я страшно беспокоился. Кто-то забрался в музей и пытался украсть дневники капитанов и планы Синей Чайки. Представляете? И тут вы прилетаете. Вы нас заподозрили. Ну, конечно. Я тут же помчался к Бурану. Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку. Хулиган и невоспитанный тип. Почему? Он добрый и веселый. А как вы нас нашли? Очень просто. От Ушана, друга Говоруна, мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью. Скажи, как открывается ловушка? Если освободите, скажу. По-дружески. Если ты не скажешь, нам поможет твой друг Глот. Я готов. Я же шутил. Уж и пошутить нельзя. Ну вот, капитаны снова вместе, как в добрые старые времена. А что? Хочешь с нами? Я, конечно, не напрашиваюсь. Ой, Алиса, ты именно напрашиваешься. Не с места! И немедленно освободите моих друзей! Громозека, нас уже освободили! Так, опоздал. Нет, ну это же надо. Как мне не везет в жизни. Ну тогда хоть покажите мне живого пирата. Пожалуйста. А где толстяк? Он разобьется!
понесла своим птенцам новую игрушку. Ну что, Алиса, будет о чем рассказать в школе? А что рассказывать? Путешествие-то не удалось. Зверей мало собрали. Зато друзей новых нашли. Птица-говорун стоит целого зоопарка. Правильно. А когда я полечу с капитанами в другую галактику, я тебе такое привезу. Алиса, тебе учиться надо. Да ладно, пап, не расстраивайся. Может, мы и тебя возьмем? Биологи в любой экспедиции нужны. Спасибо, Алиса. Ты настоящая.